Добрый день, дорогие подписчики канала, и я вслед за Bad Reviews решил делать шокирующие обзоры, разоблачать всю правду, и в общем я решил сделать обзор на свой город. Ну, казалось бы, ничего необычного, вот мой город Пенза, все казалось бы хорошо, тут речка протекает, но есть одно но. Сейчас я вам это но покажу. Сейчас приближаем. Ребят, я вас сразу предупреждаю. Это не монтаж, не фотошоп. Я не взламывал карты Google и тому подобное. Вот сейчас приближу, вот, чтобы вам видно было. Вот сейчас сфокусируется камера, потому что никак не настроится она. Так, никак она не может настроиться на это изображение. Может, еще приблизить. Так, какие-то проблемы, ребят, у нас. Да. Да, однозначно. Так, ребят, ну что же, технические неполадки закончились, а все потому, что не доверяйте ноутбукам Asus. Вот обманывают постоянно, впаривают некачественный продукт. Ладно, короче, вот, вы видите, вот, город Пенза, вот, что там написано. Ну, извините за расплывчатость, плохо фокусируется это все, может, вот так вам получше. Во, Пенза, Пензенская область, ага. И вот, что мы тут видим. Улица Московская. Ну, вам очень плохо видно, извините. Улица Московская. В чем проблема? А проблема в том, что я живу в городе Пенза, чтобы ходить по пензенским улицам. Зачем мне Московская улица? Ребят, вот объясните, что это такое? Мне впаривают Московскую улицу, когда я хочу ходить по пензенским улицам. Что это такое? Зачем мне кусок Москвы в Пензе? Вот кошмар, вот да, вот не ожидал я от Вовки Путина такого, конечно, вот, ну кошмар, вот как он может так обманывать народ, ну, и это не первый случай такого обмана, а давайте отправимся в Питер. Что мы тут видим? Большая Московская улица, это уже Питер, да, ребята, это, я просто в шоке, вот, скажите, вот, почему люди на это ведутся, тут еще и Малая Московская, ну, кошмар просто, вот. Они впаривают нам то, что нам не нужно. И еще раз повторюсь, это не монтаж, это не фотошоп, это ничего такого. Это все реально. Можете сами зайти на Google карты и проверить. Действительно, есть московские улицы и в Пензе, и в Питере. Кошмар, я вот просто не знаю, как мне с этим жить. Вот, ну, кошмар, ну вот кругом обман. Впаривают то, что нам не нужно. Ну, ой, кошмар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.